эфире программа «Петровка-38» в студии Екатерина Девятова. Здравствуйте. В Москве совершено покушение на полицейского. Сотрудник правоохранительных органов получил ранение во время несения службы. И даже несмотря на это, продолжил преследование нарушителя. Максим Сазонов восстановил картину случившегося. Сотрудники патрульно-постовой службы Восточного округа столицы во время дежурства увидели троих мужчин, которые заметно нервничали. Стражи порядка решили проверить у них документы. Когда попросили предъявить паспорт, столкнулись с неадекватной реакцией одного из них. И на вопрос наш не мог ответить. Он терялся, долго ждал, долго думал над вопросами. Было принято решение осмотреть данного гражданина. Попросили открыть сумку, где в сумке был обнаружен нож и сверток. Мужчина выхватил из рук полицейского сумку и бросился на утек. Один из постовых побежал за ним. Когда он почти догнал нарушителя, злоумышленник схватил нож и вонзил его в правую руку своего преследователя. Раненый полицейский все-таки смог задержать своего обидчика. Нож – это как атрибут мужчины. Непосредственно не для того, чтобы ходить резать или так далее и тому подобное. Всякое бывает, яблоко почистить. Я тогда не понимаю, для чего вы носите собаку. Только как атрибут мужчины? Для того, что мне нужно. По словам задержанного, на жизнь он зарабатывает частным извозом. Говорит, иногда употребляет легкие наркотики, но большой беды в этом не видит. Порошок, изъятый из его сумки, направлен на исследование. Как выяснилось, мужчина ранее уже был судим за хулиганство и отбывал наказание. Его приятели скрылись с места преступления. Сейчас их разыскивают. Сержанта Артема Богачева, который пострадал от рук агрессора, доставили в больницу, чтобы обработать рану. Лечение пострадавший полицейский решил продолжать амбулаторно. Максим Сазонов, Ольга Горшкова, Константин Сысоев, Петровка, 38. 2500 нарушителей миграционного законодательства задержаны, выявлено несколько десятков подпольных и горных заведений. Таков промежуточный итог спецоперации правоохранительных органов «Заслон-1». Я напомню, в эти дни сотрудники столичной полиции работают в усиленном режиме, цель – нанести мощный удар по преступности. Настоящий успех минувшие выходные ожидал сотрудников полиции Юго-Западного округа Москвы. Они выявили не просто подпольное казино, а целую, так сказать, азартную корпорацию. Столичные полицейские вбегают в нарядное здание на Новом Арбате. По мнению следствия, именно здесь находился мозговой центр по управлению целой сетью нелегальных игорных клубов. В законспирированном офисе трудились высококлассные программисты, социологи и маркетологи. Вместе они думали, как бы подсадить на игру побольше людей и как выманить у них суммы покрупнее. Например, на радио планировали запустить рекламный ролик, который озвучивали бы звезды спорта. Ведь для широких масс нелегальные игорные заведения представлялись именно как букмекерские конторы, в которых делались ставки на спорт. Данный адрес расположен в центре Москвы и является центровым адресом. По оперативной информации, полученной лиц, оказывающих конституционное содействие, было установлено, что в данном адресе как раз и находится мозговой центр. Помимо мощнейших компьютеров, куда, по мнению следствия, поступала информация из десятков игорных заведений, открытых под видом букмекерских контор, оперативники обнаружили несколько купюроприемников, а также самодельный игровой аппарат. Не исключено, что программировали эти устройства именно здесь. Данное оборудование изымается. Будет проводиться дальнейшая проверка, экспертиза с целью подтверждения суммы извлеченного дохода. Проводится широкомасштабная акция. Во все адреса данной букмекерской конторы направлены сотрудники полиции, везде проводятся проверки. А это типичный нелегальный игорный клуб. Состоит из двух помещений. В одном почти всегда пусто. Здесь принимают ставки на спортивные мероприятия. Другое помещение хорошо законспирировано. Пускали в эту комнату далеко не всех. Играли здесь в самодельные игровые автоматы. В помещении находились игроки и операторы игорного зала. На вопросы полицейских отвечали неохотно. Ну, как обычно, я здесь не работаю. Первый день на стажировке. Ничего нового. Они здесь все работают подпольно, незаконно и никак официально не оформлены. Только за одну ночь сотрудники полиции проверили 50 игорных заведений, работавших под видом букмекерских контор. В большинстве из них стояли однорукие бандиты. Где-то они были хорошо законспирированы, где-то не очень. Кстати, сорвать куш в самодельных игровых автоматах нельзя. Выигрыш они дают минимальный, если вообще дают. Ольга Горшкова, Константин Сысоев, Петровка, 38.
Страшная авария на севере Москвы. Под колесами грузовика погибли двое молодых людей, ехавших на скутере. ДТП произошло в ночь с субботы на воскресенье на пересечении улиц Фестивальной и Петрозаводской. По предварительным данным, виновник – сам водитель скутера. Он попытался обогнать карету скорой помощи, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. Врачи скорой попытались спасти молодых людей, водителя скутера и его пассажира. Но, увы, ничего не помогло. Ребятам было чуть за 20, они дружили со школы. Квартира в Москве в обмен на жилплощадь в Новгородской области. Такую сделку не предлагали, а заставляли заключать москвичей. Группа злоумышленников охотилась на, так сказать, социально незащищенных жителей столицы. Черные риэлторы всеми правдами и неправдами отбирали квартиры. Анжелику задержали в Мещанском районе столицы по подозрению в краже крупной суммы денег из квартиры. Сейчас сотрудники полиции проверяют ранее судимую даму к причастности к 5 аналогичным преступлениям, совершенным в столице с 2004 года. В ходе получения оперативной информации от задержанной было установлено, что в Новгородской области в селе Федоркова в доме содержится двое родственников, жителей города Москвы, с целью незаконного подписания документов на их две квартиры в Восточном округе, которые являются их собственностью. Эти кадры сделаны в Новгородской области. Нина, уроженка Ярославской области, говорит, потерпевшие сами захотели обменять две квартиры в Москве на одну однокомнатную в Рыбинске с доплатой, а она лишь оказывала помощь. Помогли? Нет. А что так долго меняли-то? Почему так долго мы помогали? Вчера, целую неделю помогали. Мы хотели уехать завтра уже в Москву. Потерпевших почти не кормили, зато поили водкой. В ходе обыска в деревенском доме, больше похожем на барак, были найдены документы несчастных. Полицейские уверены, злоумышленники оказывали давление всеми правдами и неправдами, пытаясь заставить своих жертв подписать нужные бумаги. Сейчас мужчины в безопасности, черные риэлторы задержаны. Полицейские разыскивают других пострадавших от действий этих граждан. Ольга Горшкова, Петровка, 38. Более 2500 улик изъяли оперативники на западе Москвы. Полицейские закрыли павильон, где бойко шла торговля поддельными DVD. Злоумышленники продавали не только уже полюбившиеся картины, классику, но и фильмы, которые еще даже не вышли на большой экран. Подробности у Юрия Котлова. В павильон, торгующий дисками, сотрудники отдела экономической безопасности пришли не случайно. Проверочная закупка подтвердила информацию о том, что здесь торгуют чужой интеллектуальной собственностью. А именно, продают диски с фильмами, премьера которых должна состояться только в конце лета. В ходе проверки павильона сотрудники полиции изъяли более 2500 дисков. Вся изъятая продукция направлена на исследование для установления правообладателей и ущерба. По результатам данного исследования будет принято процессуальное решение. Экспертам еще предстоит подсчитать ущерб, нанесенный торговцами законным правообладателем. От его размера будет зависеть вердикт суда о наказании, которое понесут злоумышленники. Юрий Котлов, Петровка, 38. Преступление, пока мужа нет дома. Жительница столицы стала жертвой ограбления. Из квартиры бесследно исчезла семейная реликвия. Пропажу обнаружил супруг, когда вернулся домой. Женщине ничего не оставалось делать, как признаться. Пока мужа не было, она несколько раз на дом вызывала электрика. Эта история могла стать основой приключенческого детектива, но пока стала лишь материалом уголовного дела. Мужчина приехал из командировки и пошел в полицию, чтобы продлить разрешение на оружие. А когда вернулся домой, решил взглянуть на любимое ружье, но не обнаружил его в сейфе. И очень расстроился. Ружье было семейной реликвией. Было подарено мужу моей сестры, который уже покойный. Муж служил в органах, и ему на 50-летие было подарено. Ответ на вопрос, кто мог вынести из квартиры довольно увесистый чехол с ружьем, полицейские нашли быстро. Жена потерпевшего в его отсутствие вызывала электрика. При обыске у него в доме и была найдена пропажа. Проводили работу с членами семьи потерпевшего, и было установлено, что квартиру их посещал в течение длительного времени вот этот гражданин, который был нами в последующем задержан.
Задержанным оказался 40-летний москвич, ранее неоднократно судимый за квартирные кражи. По версии следствия, мужчина представился работником ДЭЗа и, прознав у хозяйки квартиры про оружие, незаметно вынес его, чтобы затем продать. Вот только сам задержанный с такой постановкой вопроса не согласен. Утверждает, уже 7 лет он является честным и законопослушным гражданином, женат, воспитывает ребенка. Да и с семьей потерпевшего знаком давно и очень даже близко. И с женой знаком, с сыном знаком. Знаю, что в хате и происходило, и все остальное. Пока Слава был в командировке, так что у меня много. Понимаете, что они говорят, а что я могу сказать? Достоверность увлекательного рассказа задержанного еще предстоит проверить следователям. После долгого повествования мужчина все же признался, вынес ружье из лучших побуждений. Я признаю вину, что я его взял только с тех соображений, чтобы оно на самом деле никуда не ушло. Могло ли куда-то уйти ружье без помощи задержанного, в ближайшее время выяснят полицейские. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Хищение оружия». Если вина мужчины будет доказана, ему грозит очередной визит в места не столь отдаленные. Екатерина Леонова, Сергей Лаврушин, Петровка, 38. Житель Орска как ни пытался тихо, медленно доехать до дома, но хмельное состояние все-таки подвело. Петляющую из стороны в сторону машину заметили сотрудники ДПС. Однако так просто сдаваться водитель не захотел и пустился в бега. Финал истории смотрите далее. Поздней ночью внимание сотрудников ДПС привлек автомобиль, петляющий по проезжей части. Такой стиль вождения выдавал или крайнюю неуверенность сидевшего за рулем, или, что более вероятно, изрядную степень его опьянения. На требование остановиться водитель не отреагировал. Патруль начал преследование. Полицейским сразу стало ясно, что нарушитель не намерен сдаваться, а напротив, отчаянно старается оторваться от погони. При этом автомобиль, выезжая на обочину, то на встречную полосу, начал представлять реальную угрозу для окружающих, что вынудило полицейских пойти на крайние меры. Останавливай автомобиль, стрелять буду! Останавливайте, сказал! Стоять, я тебе сказал! Стрелять буду! Останавливайся! По всей видимости, водитель не воспринял предупреждение полицейских всерьез, и тогда раздались выстрелы. Сначала произвел 2 предупредительных выстрела в воздух, на что водитель не отреагировал, продолжал движение, после чего произвел 3 прицельных выстрела по заднему левому колесу. Наконец машина остановилась. При задержании водитель, 58-летний житель Орска, вел себя крайне агрессивно. За то, что сел за руль в подпитии и за то, что не остановил автомобиль по первому требованию полицейских, мужчине грозит лишение прав на срок до 2 лет. Юрий Котлов, Алексей Коноплев, Петровка, 38. Погоню за нарушителем были вынуждены устроить и полицейские Московской области. Формально водитель правил дорожного движения не нарушал, однако за ним, по оперативной информации, был другой проступок, а именно тяжкое преступление. Все подробности далее. По-хорошему мог вот сейчас за поворотом что-нибудь скинуть. Поэтому я обогнал автобус. Съемка камеры видеорегистратора. Оперативные сотрудники преследуют автомобиль гражданина, который перевозит наркотики. Опасаются, что мужчина, заметив преследователей, избавится от опасного груза. Однако этого не произошло. В ходе досмотра данной автомашины под передним пассажирским сиденьем обнаружены и изъяты свертки из полимерного материала с наркотическим средством героин общей массой более 1,5 килограмма. Как в дальнейшем пояснил задержанный, наркотическое средство приобреталось в Нечлагорском районе для дальнейшей перепродажи. Мансур приехал из Туркменистана. Свою вину мужчина полностью признает. Куда именно нужно было отвезти запрещенные вещества, ему сообщал некий Роман, выходец из Таджикистана. Когда-нибудь видели его? Нет, ни разу не видел. Изъятые наркотики злоумышленники планировали продать в столичном регионе. Сейчас Мансур находится в следственном изоляторе. Оперативники разыскивают его соучастников. Ольга Горшкова, Петровка, 38. Второй оперативный полк полиции Главного управления МВД России по городу Москве ждет для прохождения службы мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Если вы обладаете необходимыми личными и деловыми качествами, физической подготовкой и готовы посвятить себя охране правопорядка в Москве, обращайтесь в кадровую службу. Каждый сотрудник полиции получает стабильную и конкурентоспособную заработную плату, обладает льготами, положенными сотрудникам органов внутренних дел, а также имеет возможности для профессионального развития.
И в завершение я напомню, если вам нужна помощь полиции, звоните 02. А в том случае, если вы недовольны работой сотрудников правоохранительных органов, обращайтесь в службу доверия по телефону 694-92-29. Ваше заявление обязательно будет рассмотрено. И вот на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи.